На улице холодный зимний вечер, а в маленьком театре с большой историей горячие страсти и жаркие эмоции. Театральная студия «Мост» представила премьеру пьесы, написанной в прошлом веке в далекие 60-е годы. В зрительном зале много молодых людей, эпоха оттепели для них – прошлое. Примут ли сегодняшние зрители легендарную историю о любви как современную и актуальную? Я эту пьесу прочитал, влюбился. И потом посмотрел фильм, и это очень хорошо, потому что у меня были свои герои, когда я с пьесой познакомился. Молодой драматург Эдвард Радзинский написал пьесу «104 страницы про любовь» в 1964 году под влиянием реальной истории катастрофы самолета Ту-104 с экипажем летчика Гарольда Кузнецова, который был влюблен в стюардессу. В том же году режиссер Анатолий Эфрос поставил пьесу на сцене театра имени Ленинского комсомола, а потом художественный фильм Георгия Антонсона «Дал ей всенародную любовь». Но режиссер театра «Мост» Георгий Долмазян предложил посмотреть на историю любви физика и бортпроводницы по-новому и посвятил свою постановку столетию российской гражданской авиации. Я люблю тебя. Ты меня любишь? «Земля и небо». Физики и лирики, мужчина и женщина. Два характера, две противоположности. Главная героиня – воздушная и легкая бортпроводница, и главный герой – приземленный и эгоистичный ученый. Им обоим за 30, и их пронзительная любовь – попытка остановить время. Как только эту историю разыгрывают 25-летние, эта история начинает разваливаться на куски. Потому что они не успели в этой жизни оказаться, вы знаете, вот в одиночестве 35-40-летних. Да, у них есть свои какие-то драмы, перипетии, ошибки, этого не избежать. И этим эта история интересна, она неоднозначная. Мы пытались предложить поговорить со зрителем, хотели поговорить о любви и смерти. Жизнь, смерть, любовь. Вечная тема, шекспировская. Я вообще считаю, когда пьеса поднята до шекспировского уровня. Смерть – это так. Добродушный сторож парки, который сгоняет со скамеек засидевшихся влюбленных. 104 страницы про любовь – не просто история о случайной встрече талантливого физика и молодой стюардессы, а любви и горечи, мечте и реальностях, надежде и сомнениях. Профессия Наташи – бортпроводница. Профессия, в которой всегда нужно быть готовой ценой собственной жизни спасти пассажиров своего самолета, при этом оставаясь обычным, простым, живым человеком. Любовная линия, она как конструкция этого спектакля. А касаемо уже героического, это уже первый план. Я больше бы хотел поговорить про героев. О героях, о скромных героях времени, которых сейчас категорически и катастрофически нам не хватает. Знаете, было бы здорово, если бы все люди опять замолчали. Пьеса Эдварда Радзинского – художественное произведение, и все имена героев – вымышленные. Но разве нет таких людей среди нас? Скромных героев, готовых ради спасения других сделать все возможное. Вот один из них – Дамир Юсупов. Тот самый пилот, который 4 года назад спас 233 жизни, посадив самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле. В жизни обычный человек. Стесняется, когда с ним фотографируются, а на программке спектакля скромно пишет. С наилучшими пожеланиями. Вы знаете, авиаторы – люди неба, у которых полеты – это не только работа, не только профессия, но это и призвание, это смысл жизни. Вот они, как никто, чувствуют смысл человеческой ценности, человеческой жизни. О чем этот спектакль? О том, что человек должен быть счастливым. Как в моей любимой цитате Льва Николаевича Толстого. Человек обязан быть счастливым. И если человек по каким-то причинам не счастливый, его надо обязательно вылечить от этого недуга. В пьесе звучит одна фраза: «Человек не тот, кто он есть на самом деле, а тот, кем он мечтает стать». Выходя из зрительного зала, невольно задаешь себе вопрос: а ты смог бы спасти жизни других? А у тебя получилось бы подумать о другом раньше, чем о себе? И что есть большее счастье – принимать или отдавать? И если у вас пока нет ответа на эти вопросы, приходите в театр «Мост»,
смотрите, размышляйте и берегите свою любовь.